Танкист на водке.ру всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Водкит.ру. Каждая шестая игра бесплатна. Ребят, уведомления о новых видео не приходят. Чтобы это исправить, нажмите колокольчик и поставьте галочку сообщить обо всех новостях этого канала, иначе будете пропускать голдовые стримы и видео. Спасибо. Здравствуйте, друзья, с вами Маракесси. Сегодня я хотел бы продемонстрировать довольно хороший бой на танке ФВ-215Б на карте Священная Долина. Играет тут довольно скилловый игрок с фиолетовой статистикой. Может быть, у него не очень много боев, может быть, там твинг. Но в любом случае, бой грамотный, и его стоит досмотреть до конца. Мало ли кто-то не знает, но все-таки я упомяну, что ФВ-215Б уже совсем скоро заменит на другую машину, и вы не сможете прокачать этот тяжелый танк больше в дальнейшем. Так что если у вас он куплен или вам еще нужно его прокачать немного, то советую поторопиться, потому что в новом патче этот танк станет элитным, и его нельзя будет никак получить больше. То есть последняя возможность сейчас его прокачать, а танк в принципе очень даже годный. Ну и ко всему прочему, стоит отметить, что замена этого танка будет дана вам бесплатно. То есть вам дадут танк под названием Super Conqueror, но его вроде как переименовали там по-другому. Ну, такой бронированный вариант ФВшки. Ну, машина такая на любителя, наверное. Впрочем, от халявы, я думаю, никто не откажется. Итак, игрок действует весьма агрессивно, в принципе, он в топе и должен так действовать, должен тут понемножечку быковать, скажем так, и наносить побольше урона, как бы активно проявлять себя в бою, иначе это не топ совершенно. У ФВшки есть все для того, чтобы действовать весьма тут агрессивно. Ну и тут игрок пострелял по ТВП, понимает, что в принципе делать тут больше нечего, к тому же противники могут с тыла зайти, и лучше эту позицию сменить на другую. И тут множество тяжелых танков, и даже ПТСАУ есть на этом фланге. Наш герой встречает тут ИС-3, но отхватывает от борща. Еще повезло, что борщ не на ДЦП гане, но это такое орудие, у которого альфа большая. Обычно именно с таким орудием играют, особенно такие игроки с рыжей статистикой. Но в данном случае всего 416 урона, и то это меньше далеко среднего. Итак, игрок отступает, происходит, как вы можете видеть, слив, и союзники демонстрируют в очередной раз, как же быстро они умеют сливаться. Ну, а игрок решает совсем оттянуться назад. Он мог, конечно, попробовать прям туда ворваться, но врагов там слишком много, и явно это приведет к сливу. Поэтому он поступает подобным образом, он отступает на базу. И при сливе такой вариант развития событий, к сожалению или к счастью, ну, необходим. Нужно оттягиваться, нужно отступать и занимать более выгодную позицию для дефа. Как вы можете видеть, игрок не жалеет голду, у него голды дофига тут. Ну, судя по статистике, играет он, конечно же, на результат. Старается там побольше даги дать, побольше ВН-8 получить, поэтому и такие вот растраты на снаряды, хотя далеко не везде тут бы нужны были голдовые снаряды. Ну да ладно. Игрок встречает неприятелей, занимает очень хорошую позицию. Тут за рельефом местности прячется и дамажит врагов, высовывается. Отлично видно неприятелей. Ну вот вражеские танки мажут тут. Но действительно позиция стоящая, ее стоит запомнить, если у вас произойдет подобная ситуация в рандоме, что, конечно, сейчас с нынешним рандомом не редкость. Враги наступают, но за счет чрезвычайно точного орудия, очень даже высокого ДПМа, как дотяжа, игрок наносит весьма существенный дамаг по неприятелям.
Действительно, на заглядение. Тут он дамажит. Ну, ФВшка танк хороший для скилловых игроков. Очень он любим скилловыми игроками. Они его, можно сказать, даже боготворят. И считают, что, ну, танк, так скажем, стоит прокачки. Ну, и игрок забирает 113-го. Целая толпа врагов наступает на него со всех сторон. Нужно добирать шотного из 3, но он прячется, зараза. Высовывается Е100, хоть его получилось забрать. Тут еще черепаха бронированная выезжает. Т-95 стреляет, она, как ни странно, фугасным снарядом. Высовывается тип 4 хэви, наносит всего 140 урона фугасным снарядом. Игрок забирает из 3, прячется за дома и начинает, в общем-то, тут... ждать врагов, прячется за танк уничтоженный, не пробивает японца, снова стреляет Т-95 фугасным снарядом, наносит не так уж, кстати, и мало урона, игрок забирает японца и дальше начинает крутить Т-95, и тут вражеская ПТ-шка, конечно, обречена на слив, потому что, ну, вряд ли ее кто-то поддержит, хотя могут противники быть еще и поблизости. Но игрок пользуется моментом, делать уже больше нечего, нужно пробовать крутить Т-95 и уничтожать. Что наш скилловик и делает, ПТ-шка долго тут не прожила, получилось ее ликвидировать в итоге. Хотя попадает торта, наносит 98 урона. Вдалеке светится Лёва, игрок стреляет фугасом по нему, наверное, стоило в корму стрелять, потому что остались только фугасные снаряды, и, естественно, их нужно реализовывать максимально эффективно. Но в данном случае совсем не получилось, потому что выстрел был произведен первый в борт, а второй вообще промах. Высовывается борщ, как раз для него есть последний фугасный снаряд, и, к сожалению, это фиаско, братан. К сожалению, ну, снаряды закончились, хотя удалось уничтожить борща, но как уже выиграешь против неприятелей, если бы были бы снаряды, может быть, игрок и затащил бы, ну, скорее всего. Ну, а так не повезло, снаряды закончились, и вот такая вот беда. Ну, скажем так, такое предусмотреть нереально. То есть ты иногда стреляешь на скидку, иногда стреляешь, а происходит непробитие, рикошеты, и все это рассчитать невозможно. Игрок отступает, но, понятное дело, он только немного отсрочил то, что будет, а именно слив, именно поражение. Ну, как тут затащишь уже? К сожалению, никак. Напишите в комментариях, как вам такая ситуация. Я считаю, что очень обидно в такую ситуацию попадать. Да, бой стоящий, да, много урона, да, почти затащил, но вот чуть-чуть бы еще снаряда, в самую малость, и все было бы великолепно. И тогда бы бой был бы прям на заглядение. Но он и так хорош, но, к сожалению, не хватило чутка именно снарядов, а не скилла. И вот такой вот результат. 10452 урона, 6 фрагов. Результат впечатляющий, действительно. Ну, как вы можете видеть, ФВшка может тащить. Я даже не знаю, у меня тоже там совсем немного осталось. Может быть, прокачать ее, открыть и попробовать, в общем-то, купить ее, нафармить. Серебро сейчас дается очень сложно. Ну, вроде как ранговые бои уже почти там закончены. Но времени остается на все это совсем мало. Так что советую поторопиться, кому это нужно. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Желаю вам удачи. Пока.